Всем привет, это Родина Медиа, баскетбольная команда жива, и сегодня мы наконец-то врываемся во что-то интересное, и это знаете что? Это фиджитал игры. Ребят, я сначала даже не знал, что это, но сейчас мы вам покажем и расскажем, и постараемся даже это выиграть. Я удивился, как он вообще выжил после этого столкновения с тобой. Родина Медиа! Кстати, это первый выпуск на нашем новом канале Родина Медиа Баскет. Подписываемся. Ванбоксом хочу сыграть первую игру, да. Наказать Фона за то, что ушел от нас. У нас два полуфинала. Сейчас по очереди будут рандомайзеры высвечивать команды, и эти команды будут занимать вот эти строчки. Все просто. Первая команда у нас будет Родина Медиа. Ставлю 1000 фрибетов, выпадет Биванбокс. Следующая команда. Сайонара Бойз. Но это всего лишь фрибеты. Ну а партнером Родина Медиа является компания Winline. И помимо нас она еще помогает Кубку России, футбольной премьер-лиге, баскетбольному ЦСКА. И Winline поможет и вам. Поэтому переходите по ссылке в закрепленном комментарии, вносите сумму, и Winline удвоит ваш депозит вдвое, насыпав фрибетов. Жеребьевки нам досталось Сайонара Бойз. Команда, которая противостояла нам в медиабаскете. В полуфинале, между прочим, тоже. Опять совпадение, не думаю. Играем 2 на 2 на приставке до 15, потом врываемся на площадку и до 31 играем. И кто победил, проходит дальше. Мы сели, на самом деле, с Максом, увидели парня, который одет не по форме Сайонары, подумали, ну все понятно. Спортсмен в плане фиджитала, именно в 2K жестко рубится. Ну так прям похож. И не взяли меня. Одно из вообще важных решений было не брать меня в 2K играть. Да, Саш, ну ты же опоздал. Я успел на игру. Рассказываю быстро. Я тренировался, я их выносил. Но почему-то я прихожу, говорю, ребят, кто играет? Они такие, мы. И Макс Погодин мне сказал так уверенно, мы, что я даже испугался предложить свою кандидатуру. Может быть, я тоже в 2K поиграю. Опа, Максик, трешечка! 2-3, Сайонара Бойз включается, ребята в игре. Хорош. Давайте, набираем. Ну что, трешки, сейчас откроют зоны, блин. У нас уже преимущество 3-0 было, мы могли уже по одному набирать спокойно. Несмотря на то, что у них напряженная химия была между собой, во время тренировок, когда мы 2 недели собирались. И там еще в зале было очень напряженно. Хорошо. Максик. Максик Мэджик. Это Мэджик Макс. Хорошо. Давай. Можем по одному спокойненько еще забить. Максик. Да. Максик. Сайонара, ну на зубах, пацаны, сразу видно, не сдают. Давай, все нормально. Все нормально, еще одна! Полуфинал, в общем, прошел достаточно, мне кажется, часть киберспорта мы прошли уверенно. Мы, Амчи не очень хорошо играл в 2K, мы сразу это поняли, больше через него атаковали, Макс попадал трехи, ты, по-моему, попал много трех за Яниса. Да, я за Яниса вообще полетело невероятно как-то. Вроде Янис, думаешь такой, ну что ему бросать? Выиграли 10-5, но, если честно, очень волнительно было, не знаю, что это такое. Мне кажется, вот совсем по-другому, да, уже? Не, вот вообще, мы натренировались, не как на там вот это расслабленный офис, да, пицца, кока-кола, а тут уже приходится... Слушай, по-моему... С Игорем сегодня хорошо уже было. Игорь молодец. Я вот только не понял, Петру кого отвлекал, нас или соперника, блядь? Вы видели, как Аслан, провоцировался? Вы видели, когда я говорю? Аслан, как он провоцировался? Я работал здесь, я трэш-токер даже здесь. Уже на площадке было нам чуть полегче. У нас уже было преимущество определенное. 5 очков все-таки. Да слушай, на самом деле, вот пообщался с киберспортсменами, ребятами, которые там были. И баскетболистами. С коллегами. Коллегами. Говорят, что фиджитал прям дает фору хорошую, которая в баскетболе. Но если, там, не знаю, грубо говоря, сравнивать просто с баскетом, без фиджитала, то ты выходишь на площадку, там, типа, в обычный баскет, у тебя там 15-0 уже на табло. Просто тяжело даже такой смотришь, а, блин, мы уже проигрываем. Ну да, мы ранее тоже тяжело Лично мне было чуть-чуть дискомфортно. Я вот как-то то ли в площадке потерялся, то ли в формате потерялся 2 на 2.
Я такой, что, как, давай, как... нам нужно было время притереться. Я почувствовал это по игре. И вот в самом начале они забрасывают, у них была бурилка. Мы все-таки все поменьше. И он так нас сразу уверенно в начале игры начал давить. И всю игру давил и давил. Это была их ставка на него. Макс сразу заряжает уверенно. Я не хочу издевательств этого фиджета спортсмена. Скрывайте шире. Второй шире уходит. Вообще, какие заслоны за... Трехи пытался, бросал, но мы сразу поняли, что там все на бурилочку, под кольцо, по одному, и давали по одному. А сами спокойненько, раз моментик трешечка, два моментик трешечка, где-то из-под кольца забиваем. 4 очка разница. И сам отпил. Фиджитал спортсмен, рубился. Как он тебя срубил? Скажи вообще, что подумал? Блин, вообще, я удивился на самом деле, то ли мы пик-н-ролл разыграли. Я удивился, как он вообще выжил. После этого столкновения с тобой. Слушай, запрыгнул. Ты заметил вообще хоть что-то? Запрыгнул там? В идущий поезд. Ты заметил вообще хоть что-то? Или ты так чисто? Ну, блин, а это было. 5-4, Родина, впереди. Здесь сам самостоятельно. Ну просто скидывай. Партнеры по команде. Самостоятельно будем проходить. Ну просто, просто легенда. Легенда! Браво! 22-18, Петро, еще раз, печет, Петро! Фиджитал спортсмен получил много контакта, и на площадку вышел Амчи, потому что у них не было выбора, там какая-то определенная травма была, он насобирал контактов на себе тоже. Мимо, блядь, дает 100%. Так, и... Понятно. Красивый сделал. И как раз когда вышел Амчи, Макс Погодин забил вот эту нереальную треху. Ну как бы для него это будни, а для большинства, да, это вот нереальная вот эта треха. Здесь его уже никто не останавливает. Попытка на Петру поставить юную точку в этом матче и... Да! Да! Полторы минуты, досрочно! Проходим Сайонару Бойс, в принципе, как и на медиабаскете. И нас ждет финал. А в финале нам противостояла команда B1 Box. Мы сразу заметили своего человека в этой команде. И это не Виктор Кейро. Ты удивился, когда увидел фона? Да на самом деле немножко, да, так я чего-то не ожидал. Он тренировался с нами все это время. Мы готовили соперника еще, то есть мы настолько были в себе уверены, что мы еще и соперника готовили. Смотрел, кого мы берем, запоминал наши тактики, комбинации. Короче, запоминал все, что мы говорили. Я видел, он по блокнотикам то что-то даже записывал. Что-то я видел диктофон, он включил. В общем, и в итоге он приезжает, и в принципе одного игрока они точно взяли, типа, вот кого мы планировали. Да. Вот. А второй просто уже из-за корректировок в правилах они взяли, кого уже захотели больше. Это Майкла Джордана и Яннис Антетокумбо, вот как и мы. И учитывая то, что они выбирали первые, они выбрали более сильные. Подбирай, подбирай. Можно забивать. Хорошо, 1-1. Напряженно. Чувствую, так легко в этом не будет матча. Хорошо, хорошая защитка, но пора уже, пора забрать у Яниса, хорошо? Есть! Сравниваем, 3-3. Мне опять не дали джойстик, поэтому я старался выводить из себя трэш-током. Средний, средний это не треха. Хорошо. Да. Ой, браво, забивай, забивай. Молодцы, молодцы, я чувствую химия. Напряженненько идет. Но сразу видно финал. Нормально. По одному набираем, хорошо, по чуть-чуть. Туда? Туда! Родина меди выходит вперед, 10-9. Но все равно преимущество 3 очка было. Мы вначале скорее друг друга не поняли.
нам накидали из-за этого, а потом мы уже отыгрались спокойно, уже доигрывали в свою игру. Помогай. Хорошо. Еще одно. Нет, подходи. Максим! Magic Максим. Химия заработала. Сейчас вернемся на площадку и будем обыгрывать их в финале. Так же, как ты был уверен за 2K, я был уверен за площадку. И понимали, что основная угроза от них будет с трехочковой. Да, да у них все же бросающие. Все сути, бросающие, да. И в основном они любят бросать, и как будто даже не были готовы к контакту, который мы навязывали. Родина! Линия! Ты уверенно на себя берешь вот этот фейк-хэндофф. Я думал, что сейчас, возможно, ты даже сверху задумаешься понести, нет? У меня был момент, я такой, может прыгнуть. И там еще даже комментатор такой, типа, несет сверху. И я такой, да ладно, наверняка забью. Ничего, ребят, нормально. Все, нормально. Макс это точно человечек, который умеет играть в контактный баскетбол. Он постоянно вот эти 3-на-3-шные истории, потолкаться где-то, придержать. И ребята точно не были готовы к этому. Блять, погода, ну ёпта, а мне претензии потом. Раз он сразу начал грузить, нагружать в команду фалами соперника, штрафные забивал, а потом один из них не выдержал. Ну, в билан-бокс обычно такое бывает, когда там сильный контакт, люди не выдерживают. И вот отмашечка полетела в лицо Максу в очередной раз. Его одного нельзя оставить в очереди. Петр вообще, это все. Сюда! Блин, он делает. Ну, Петр как и на медиалиге, так и тут трех осталось. Пришло время брать все в свои руки. И заканчивать с этим. Чуть больше начал брать на себя, бросил, забил треху. После этого Макс бросил, я поборолся, забил еще, набрал очки ВКонтакте. После этого мы уже подрасслабились, чуть-чуть почувствовали преимущество. И уже могли играть, знаешь, так, немножко где-то вальяжно, где-то не дорабатывать защитки. Плюс 6! Еще один. Сюда! Ей не современно пускать. Все, сейчас заканчиваем. Похоронный сейчас будет. Смотри, вот гвоздь беру, вот молоток. Сюда! Все, браво, браво. Только разогрелись, а уже закончилась игра, и уже билеты в Казань надо покупать. Давайте. B1Box занимает почетное второе место. А Родина Медиа, как обычно, оказывается на своем месте. Да, мы победили в медийном дивизионе Fidgetal игр. И едем в Казань. Мы поэтапно сейчас должны идти от соперника к сопернику. Там уже не будет медийных команд. У конкурентов не будет в составе фона. То есть нам будет точно сложнее нашего вот этого двойного игрока, который там специально где-то мог промахнуться. Там уже будет все серьезно. Поэтому готовимся. Не забывайте подписываться на наш канал новый Родина Медиа Баскет. Пишите комментарии. В общем, Родина Медиа, вперед и давайте, погнали.